Серая будка без обознавательной надписи не так давно пострадала во время аварий. Водитель-лихач врезался в ее корпус. Сооружение привели в порядок, но для того, чтобы запустить столь необходимые в курортном городе заведения, необходимо их довести до идеального состояния. Вот это что такое? Это что? Благоустройство? Это позорище. Нет, это благоустройство. Потом. Что это такое вообще для людей, чтобы сказать, что это такое? Кто-нибудь таблички заказал? Нет, эскизы написали. Но главное, что остались открытыми очень многие вопросы именно безбарьерной среды. Как вот при этом благоустройстве он сюда подъедет? Мы для инвалидов делали, мы хотим сдать сейчас в аренду. Это что такое, Жилья Анатольевна? Это что, издевательство, что ли? Установка таких сооружений – первый опыт в городе. И глава города требует внедрять его в жизнь, согласовывая особенности эксплуатации с людьми, которым придется потом преодолевать здесь возможные трудности. Здесь все должно быть вылизано, и мы сюда должны привести человека из общества инвалидов, привести колясочника и сказать: а ну скажи мне, тебе подъехать сюда удобно? Да, удобно. Тебе зайти сюда удобно? Нет, неудобно. В чем причина? Расскажи, пожалуйста, тебе пользоваться вот этой раковиной удобно? Она что, с фотоэлементом, еще со чем-то, кто-нибудь? Это написать-то надо, вызов дежурного. Надо, это все мелочи. Значит, заходите сюда, составляйте план мероприятий и мне на стол. Это что такое? Почему я должен ругаться? Отсутствие пандусов, электричества, удобного кассового окна. Замечания перед сдачей заведения в эксплуатацию непростительные. Сергей Сергеев потребовал немедленного устранения недостатков.